Всем привет, друзья! Я продолжаю играть в Кастельванию. И у меня теперь новая глава «Три башни». Собственно, можно и начать сразу, да? Сновидение, ключ к разуму. Габриэль заплатил ужасную цену, поддавшись усталости. Многие бессонные ночи после утраты своей возлюбленной. Страх сомкнуть глаза, преследующего кошмара. Все это сыграло роль. Неужели он убил бедную девочку? Или есть другое объяснение? Сомнения точат его, пожирая его душу. Голем оберегал это дитя столетиями, преданно ее любил. Он не мог дать Габриэлю жить дальше. И все же отдал свою перчатку. Немногие бы пошли дальше. Многих бы бросили в поиски. Но что-то в глубине его души заставляет его двигаться. Темные силы укоренились, и вскоре все порождения ночи почувствуют страх перед ним. Угу, темная перчатка. Ага, ясно. Она была у голема. Вроде как бы считала, что она должна помогать защищать от зла, а на самом деле сама являлась злом. С помощью этой самой темной перчатки я могу толкать всякие штуки. Да? А где тогда, собственно, найду? Оп. Ну как-то так. Ох ты, слушайте, а здесь есть и статы пополнения магии, да? Это вообще класс. И куда теперь? Слушайте, и... А, вот сюда, слушайте. Понятно. А, два оборотня. Ну-ка, восполним еще.
Так, кто мне доступен? Новые животные. А, ну это гремлины, которые были тогда. Ладно, я их смотрел всех. И что теперь? А, вот как, до конца ее. Добил. Ага, и вот так это перепрыгиваю, круто, все ясно. Оказывается, все очень просто и легко. Ох ты, крутые у него удары, слушайте. Блин, конечно, красивые пейзажи вообще. Так, новый свиток. Свиток рыцаря братства. Эта разрушенная цивилизация была символом высочайшей изобретательности человеческого разума. Как печально, что все ее секреты вскоре будут утрачены, и многие из них уже поглотил Пеларгический океан. Здесь велико влияние темного владыки. Ну, короче. Так. Ух ты, нифига себе, он прыгает. Фу, зацепился. А что там наверху? Блин, я вообще не то хотел нажать. Ага, ну мне, судя по всему, наверх. Тот сундук я не знаю, как брать. Может быть, нужны какие-то штуки там дополнительные еще потом. Черт! Фига себе, меня в прыжке сбил, вот ублюдок, а!
Это что такое? Какие-то феи непонятные. Они типа мне помогают, что ли? Помогают и помогают. Ага, получил сумочку для фей. То есть, так понимаю, могу их собирать и направлять их для того, чтобы оглушать своих противников? Ну, видимо. Они мне еще и ворота открыли, так все легко. Вообще замечательно. А, ладно. Так, восполним запасы. О, кристалл теней. Остался еще один кристалл. И у меня повысится запас. Ага, тут какой-то трупешник рыцаря еще есть. И что он мне предлагает? О, кристалл света, слушайте. А сегодня просто праздник какой-то. Вроде и не день рождения у меня. Так, здесь больше нет ничего. Ну вот только там. Это все фигня, это я туда пойду. А, здесь стоит статуя, видимо, мне что-то нужно с ней сделать. Все, открыл решетки. А, вот как переключать фей. Ножи.
Можно еще сюда прогуляться, посмотреть, что есть. Ох ты, ёжик! Здесь варк. Блин, я ни хрена не вижу. Где ты там? Хе-хе-хе. Оседлал дядю. Оседлал зверушку. Вообще красавчик такой. Полутаем ножички. Ага, вот когда. А здесь куда мне идти? Здоровье у меня тоже полное. Видимо, здесь больше делать нечего, да? Тогда убьем, что ли, песика? Я думаю, там-то я уж сам перепрыгну. Ух ты, пятый кристалл магии теней. Джекпот. И я увеличил максимальную силу. Класс. Чё, не допрыгнуть, что ли? Видимо, может быть, все-таки нужно было на волке прыгать. А, нет. Ух ты, это кто? А, это варк. Блин, ни хрена не вижу вообще. Да черт! Надо попробовать кое-что. Вот так вот. Ладно, так тебя замочу. Порвем тебе пасть, сука, а? Thank you.
А, это я еще не изучил приемчик. Так, что мы здесь получим сейчас в подарочек? Требуется какая-то магия, да? Черт. Решил головоломку, но это вообще было нетрудно. Получил 300 очков. И... Блин, еще один кристалл нельзя получить? Ну что за задница вообще? Я, кстати, тогда изучу способность с помощью силы реликвий. Вот эту. Нет, или вот эту. Да. Сейчас попробуем, смотрите. Тэщ. И все, и всем жопа. Только я не совсем понимаю, в принципе, зачем мне здесь нужно было быть. Но, видимо, это просто головоломка, да? Угу. И для того, чтобы получить бабло, мне нужно было ее решить. Что это такое? Ах ты! А, уже убил, что ли? Да, ножи, заряженные магией теней, на самом деле мощная штука. Блин, на самом деле мне нужно найти трех фей. Вот одна. Нажмите кнопку Б при выбранных феях, чтобы выпустить одну из них во врага. Можно выпустить еще фей повторным нажатием. Феи полетят на врагов, отвлекая некоторых из них и давая вам время на выполнение опустошающей атаки. Феи очень хрупкие и погибнут после использования. Магические силы, оживляющие фей, могут также быть использованы для включения некоторых древних устройств.
Так, одна фея у меня есть. Это хорошо. Здесь еще павший рыцарь, что мы ему можем найти. Еще один кристалл магии теней. Так, вернулись обратно. А, собственно, теперь-то куда? Сначала восполним, конечно, здоровье, а то с такой шкалой, ну, как-то вообще стыдно играть, да? Ну, видимо, мне все-таки вниз. Я вернулся вниз. Блин, долгая глава вообще. Я думал, конечно, все будет немножко побыстрее. А чё не сломать? Так, ну сюда я уже залезал. И мне нужно найти еще двух фей. Я вообще без понятия просто, куда это мне нужно идти. Ах ты, черт, задело, а. А, блин, не успел увернуться, сука. Может быть, можно сломать с помощью варга? Нет?
Не, ну конечно, замутили уж очень тяжело, я не знаю тут. Что туда-сюда бегай. Непонятно, что ищи. Здесь я вниз уже спускался. Вот есть вариант сюда еще куда-то спуститься, я не знаю. Точнее, подняться наоборот. Так, а вот вторая фея. А, ну это головоломка, я ее уже решил. Поэтому подсказка для меня уже не представляет особой ценности. Ага, я понял. Эту штуку я должен ставить сюда. Что здесь у нас есть? Третья фея. Наконец-то, а? Все в обратном порядке. Я так понимаю. Ох ты, еще рыцарь нашел. Я тогда внимания не обратил на него, слушайте. Еще кристалл. Ой, не то нажал. Так, здесь я был.
Ой, ты, ёжик, не то немножко сделал. Теперь бы еще вспомнить путь к главным воротам. Вот ублюдок еще и сломал все, а? Охренеть, ну что за облом-то? Их еще и трое. Так, сейчас мы тебя порвем. Да, против троих-то всегда трудно сражаться. Ах ты, сука, а. Все, порвал пасть ублюдку, а. Что там с феями-то?
А, вот как. Понятно, нужно было просто активировать дверь с помощью феи, ясно. Ну все, прошел. Жесть, вообще, конечно, было очень тяжело. Но на самом деле как-то так запарно пришлось много помудиться. Но зато я нашел все кристаллы. Слушайте, это даже круто. Нашел реликвию, феи, там всякая фигня. Но я думаю, на этом можно закончить, да. И следующее прохождение будет Темный Владыка Оборотней. Я думаю, там предстоит жесткая битва с боссом. А, так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.